Ну что, закончились морозы у нас. Вчера было еще 48 минус. Сейчас вот к вечеру уже минус 20, с утра минус 28 было. Я готовлюсь, наверное, последняя поездка в этом году будет. А на следующие выходные уже Новый год. Уже не поедем никуда. Вот такой у нас тут пес появился в декабре месяце. Дочке подарили на день рождения. Охотником будет, наверное. Медвежатину лопает, только уши заворачиваются. Ну вот, в принципе, все готово. Сейчас тут поскидываю еще маленечко вещи. Джентльменский набор. Несколько баночек пива, бутылочка водочки, карабинчик, тут мясор, эти сковородочки надо довести в избушку. А ящики у меня такие, термосами пользуюсь. Потому что сейчас, ну, холодно, в них ничего не мерзнет зимой. Пока до избушки доезжаешь, все теплое, ничего не замерзает. Сейчас еще лук положу, там картошку. Снега уже навалило много, поэтому 2 дня вот попробую походить на лыжах. Собак брать, наверное, не буду. Или, а может быть, возьму так, чтобы пробежались маленько. Ну вот. Следующее видео будет уже из леса. Сегодня 24 декабря 2016 года. Денис стоит тут на улице. 16 градусов. Позавчера было 48. Вчера с утра 30. Под вечер 20. Погода поменялась. Мы едем на последнюю лосиную охоту в этом году. Потому что 31 декабря закрывается сезон лосиной охоты. Че, Андрюх, куда пошел? На чиновник рупа там вложим. Поспать? На чиновник рупа там вложим. Кони заряженные, запряженные. Поедем прокатимся по угодьям, посмотрим. Андрейка на охоте. Андрейка, это. Глухаря добыл. Копченого. Крылья отстрелил глухарю. Правда, маленький был. Сегодня 25 декабря. Все, мы собрались уезжать домой. Сегодня тепло, благодать. На улице 10 градусов. Сезон в этом году закрывается. Следующие выходные уже Новый год. Поэтому больше мы не приедем нынче. Сезон зимней охоты закрываем. Собаки. Хруст! Хруст! Здесь. Готов. Все, поехали. Хруст, куда пошел? Давай, место, место. Давай, залази, залази. Залази, Юкон. Давай, ты знаешь свое место. Ну вот. Сегодняшний день нам удался. С Денисом. Андрея оставили. Там след был раньше лосиный. Оставили его на следе. Поехали дальше. Посмотреть. Ну, вдруг там на него обратно выйдет.
И пока тут ехали, нашли следы. Я Дениса оставил вот там, чуть-чуть подальше. А сам поехал обрезать остров. Ну и все, вышел молодой токуш. Ну как, не прошлого года, позапрошлого, наверное. Ну не наверное, позапрошлого года он. Добля. Прости, дружище. Ну все, закрыли охотничий сезон. Еще одна лицензия у нас была. Сейчас мы ее и закрыли.